весь российский аппарат управления набран из госбезопасности. Да, вот просто реально весь, можно копнуть всех этих людей, они все из ГБ. Да, туда как бы определяют определенных, отбирают определенных людей. У Путина в характеристике было написано пониженная склонность, пониженное чувство опасности. Вот там такие выдавались в ГБ характеристики всегда, и в одной фразе в конце, да, давали самую как бы главную характеристику на человека, вот то, что его определяет. Вот у него было написано пониженное чувство опасности. Он отморозок. Вот в переводе на такой уличный жаргонный язык, Путин отморозок. Да? Его никто не волнует. Ни свои, ни чужие. Вот забрали сейчас Курскую область, да плевать ему на Курскую область. Я вообще не волнуюсь, что забирают какие-то российские куски. Ему важно чужие забрать. Ему свое не нужно. Он благополучием своего края заниматься не собирается. Ему нужно чужой край разрушать. Да? Опять же, по русской пословице, нам для себя ничего не нужно, нам лишь бы другим плохо было. Это вот классический случай. Да? То есть эти люди, они как бы созданы, да, рождены, обучены для того, чтобы разрушать и уничтожать. Их никто не учил созидать и строить. Они просто не понимают, о чем речь идет. Да? Поэтому вот эта дорога разрушения – это то, что ждет Европу, если они не остановят Россию.